Мечтаем о веселье начало только-только разрастаться. Ирония не смог выйти на шар, более того, уронил. Ничего простого у карты нет, более того, шар, который видим, он чуть левее находится от группы, и тоже ничего с него. Теоретически можно, конечно, пойти на этот удар или на лузу. Но удар не смотрел на выход. А, честно говоря, лучше бы атаковал Картер, потому что отыгрался просто ужасно. Ужасно. Оставил пяток, вывел на игру черный. Ставил сам, пяток своей рукой, все пропал. Игровое время 30. Подходами, точными ударами. И порой даже в течение одного матча у нас настроение и форма игрока может идти по синусоиде. 30. Это вообще вся карьера снукериста, это услон лепестками роз.
На счете 3-3 на сайте badmon.ru предлагаются следующие коэффициенты на победу в матче. На победу Картера 3-4, на победу Рони 1-33. Подробности можете узнать на сайте badmon.ru в разделе «Спорт». Сэлливан сравнил счет в полуфинале Кубка Северной Ирландии, счет 3-3. Счет до 6 побед, и казалось бы, игра, которая была под контролем Али Картера, сейчас перетекает уже. Похоже, во владение Рони О'Салливана. Ошибок с его стороны стало меньше, очевидно. Но мы иногда даем статистику результативности по полусессиям или по отдельным фреймам. Если такую статистику дадут, сегодня мы убедимся в том, что Рони после перерыва играет значительно лучше. Сыграешь плотно, попадешь плотно, и тот далеко не уйдет, а шары разойдутся. Проторенная дорожка вновь ведет к пирамиде с левой стороны, но вот здесь, возможно, третий снизу шар, может быть, и играется в правый угол. Нужно быть ранее аккуратным сейчас. Вот и грешно, но он и не будет аккуратно ходить к пирамиде. Ввел виду Картер очень хорошо. Играет спортным удовольствием для среднего. Под пирамиду. Да, мне дважды справиться с этим. Здорово, посмотрим, как получится у Картера. Thank you.
назначен допинг был объявлен с двумя красными, так что нужно было нанести удар так, чтобы ни один из двух шаров не изменил своей первоначальной позиции. Аккуратно начинается седьмая партия. Примерно на том же уровне, но, конечно, Рони стал более вовлеченным в матч. Трудно дать кому-то игровое преимущество и психологическое преимущество в текущей партии. Довольно продолжительный обмен отыгрышами. Thank you.
основе вашим образом характера Кеша объявил Кулов. Здесь есть куда вы? Преимущество Рома пока составляет всего лишь 12 очков, но как только он вернул черный на свою отметку, мы, конечно, сказали, что это позиция нашей. Уверенности в действиях Рони было, конечно, гораздо меньше. Смотрите. Небольшая помарочка, казалось бы, в выходе, но как же сразу это влияет на игровой темп. Планировался выход на синий, буквально прошло-то несколько лишних сантиметров, но вот уже вместо синего коричневый. Дорога не часто старается поставить биток в ту зону, откуда есть сразу несколько вариантов для продолжения. Вот сейчас можно было из этой точки, если мы открыть назад немного, играть в левую среднюю, в левый угол, даже в правую среднюю можно было играть.
Но все-таки перерыв он может внести порой критические коррективы. Не утруждай себя. Открой увлекательный мир спорта и ставок в Бэтбуме и получи источник. Еще с магом и... Открытый. Чемпионат Северной Ирландии. Каждый день в прямом эфире на каналах и в приложении Евроспорт. Нужно что-то предпринять Алликартеру. Игра ушла из-под контроля. Лидировал 3-1. Но сейчас уступает 3-4. А уровень ворот. Наладится контроль битка. Выше стала гораздо выше результативность. В общем, пока... Собственно, повторяется... Сценарий вчерашнего матча с Димой Жуковым на уровне 0-2 получил. Старт, правда, перевели на 2-2. Все-таки пришлось отыгрываться в уровне, что вчера, что сегодня. Достаточно хорошо отыгрался Картер. Вовсе бедок не дошел до блокировки линии, есть только вправо.
правый угол или на ходу. После каждого начального удара. Three. И это 5-3.
Это 4 фрейма подряд. Выигрывает Ронни. Снова игра на солнце. И он ставит еще варианты, а перемешает потрясающе вкусно подозрение. Пытается понять, в чем. Причина своей неудачной игры аликатор, ну вроде бы и кий тот же. Шар играется левый, ну, может быть, это ошибка просто мне показалось. Так,
ощупь теперь 3 в пользу Рони О'Салливана на сайте badmon.ru предлагают следующие коэффициенты на победу. Что глаза у него какая-то злоба есть, какая-то агрессия. Сам себе поставил снукер. У него особенно в таких случаях, куда это пытаются. Забыл на линию увести биток, но это естественно. Здесь окнового борта попадает, причем касание с коричневым пошло на пользу. Рони рассчитывает, конечно, на такой дистанции. Практически невозможно попадание именно в нужную сторону коричневого. Так что здесь повезло.
все 15 минут устало провел. Ну, Салливан. Как же хорошо зашло время. Наконец, дальние удары Маликар привели к какой-нибудь уже серии. Что последних фреймов, после дальних ударов, был вынужден Картер отыгрываться. Ну и здесь. На прицеле синий, на прицеле коричневый. Но ошибаться нельзя. Мне казалось, что в этой ситуации, если коричневый проходил мимо желтого, то, может, стоило рискнуть. Есть шар в правый угол. Желательно бы избежать контакта с нижним красным. Получится выход. Получится избежать. Похоже, и тут никак не обойтись было без этого кэна. Рассчитать попадание сложно. А вот еще бы вам показать. Розовый не играется, похоже. Так, спасибо. Ну... После перерыва Маликар в сумме набрал 14 очков за 4 фрейма. Есть по-прежнему препятствия на пути к победе в нетфрейме. Троечка у борта, двоечка у борта. Шар между ними.
видом Ори Фактор. Плюс лево красный это. Лучше. Ну и так тоже. Можно продолжить серию. Последний из открытых красных. Картер решил именно в тройку. Великолепно. А здесь нет. Здесь не удалось получить черный шар, поэтому выиграть рожок, конечно, не будет. Но можно, например, отыграться на черном. Черный увести бо. Фреймбола. Мне казалось, что вы... при ситуации выгоднее не испортить позицию черным. Потому что Ронни умеет играть через черный. Как и через другие цветные. Но все-таки шары, находящиеся на ближней половине, удобнее разыграть именно через черный и розовый. А так все цветные на игре. Да, здесь, мне кажется, не хватило немножко Картера в голове маленького Марка Селби, который бы посеял мысль о том, что нужно делать в голове ситуации. Марк Селби один из немногих, которые умеют играть против Ронни, которые умеют создать максимально неприятные условия для игры. Те, которые ввязываются в обмен атакой, как правило, тех настигает неудача. Да и немногие осмеливаются бросить эту перчатку.
надо сейчас уже попытаться побить двоечку красных, учитывая положение черного шара. Сейчас ничего не зависит от каждого, и мне кажется, что атака в левую среднюю была все-таки поспешным решением. Вот. 3-1 был счет в пользу Алистера. Все, сейчас чернее тучки. Картер как бы он пытался скрыть свое разочарование. Фрейм еще не выигран. Выиграл счетом 6-3. И разных Ронни Салливанов.